Портленде, возле театра, куда я приехала, висит вот этот шар новогодний. Crystal Ball, напоминающий таймс-скверский Crystal Ball, который падает в полночь. И вот мой театр, в который я приехала на концерт. Здесь будет концерт группы. Так, вот так немножко лучше видно. Pink Martini, группа New Year's Celebration. Итак, друзья, это фойе Arlene Schnitzer Concert Hall. Значит, концертный зал, который находится прямо в центре города Портленд. Портленд – самый большой город штата Орегон. Вот. Это очень старый театр, который был основан еще в 1928 году. Вот так он выглядит снаружи. И он находится на улице Бродвей. То есть здесь есть свой Бродвей, как в Нью-Йорке. Вот эти бегающие лампочки, огни, да, ну, они как бы уже никого не удивляют, многие переняли это. Но оригинальное изобретение первое, то есть оно было на Бродвее и в Нью-Йорке. И вот оттуда пошло выражение «огни Бродвея». Это вот самые настоящие огни Бродвея, когда один пиарщик, он решил, значит, расположить лампочки кругленькие, вот так один за другим, вокруг вывесок, театров, какого-то театра первого, там, ну, мюзикла, по-моему, бродвейского. В общем, потом кинотеатры, синема переняли тоже это. И действительно в рекламном бизнесе это сыграло огромную такую роль, знаковую. Люди как бы стремились как к свету, к этим развлечениям, к этим театральным постановкам, концертам. А внутри очень красиво. Это стиль неорококо. И оказывается, это здание с тех времен, оно единственное оставшееся историческое здание на Портлендском Бродвее. А вот, слава богу, что оно стоит. Я надеюсь, что они его будут охранять, сохранять. Очень красивые балконы. Ничего подобного сейчас, к сожалению, конечно, не строится. Что касается сцены, то она видала всяких крутых исполнителей, оказывается, здесь выступали. Такие группы, как Queens, ABBA, такие исполнители, как Madonna, Bon Jovi, Prince. В общем, многие звезды. А сегодня здесь концерт группы Pink Martini. Это американская популярная группа, которая была основана здесь в Орегоне, вот в этом городе Портленд. И здесь она наиболее, наверное, известна. А вот это их главная солистка, Чайна Форбс ее зовут. Она поет французскую песню сейчас. Я вот размещаю все с музыкой, но я не знаю, насколько YouTube позволит. Они из-за авторских прав очень часто музыку глушат.
Quattro candelicas, sette candelicas, sei candelicas, sette candelicas, otto candelas para ti. Вот эта другая музыкальная группа, которая тоже выступала, она подарила руководителю группы Pink Martini, вот этому пианисту, который в комбинезоне, в его дом вот эти занавески. Ну и устроили из этого такое небольшое представление. So, the song that we're going to sing next is one that we made. It's the title for the track Dream a Little Dream. Я вышла из концерта. Вот так выглядит ночной Портленд. В этом районе, в даунтауне, в центре города. И я сейчас буду искать свою стоянку, где я оставила машину. Все время у меня эта проблема. Я начинаю путаться, в какую сторону идти. Ну все, друзья, я с вами прощаюсь на сегодня. Надеюсь, YouTube даст послушать музыку.